вот, скажем так, у нас есть муниципальное предприятие, которое спецавтохозяйство, которое какой-то техникой строительной обладает. То есть, в принципе, не возникает ли мысль о создании муниципального, расширении возможностей муниципального тоже предприятия, обязательно это может создание нового, по дорожно-строительным работам? Спецавтохозяйство, оно существует, к сожалению, вот именно это слово ему и подходит. Хотя потенциал у него есть, и мы уже сделали первые шаги, назначен новый руководитель. Он бывший работник этого предприятия, и я его очень хорошо знаю. Науменко Анатолий Анатольевич. Но, опять же, очень приятно, что даже он был назначен конкурсной комиссией еще до моего избрания, то есть никто меня ни в чем тут не может заподозрить, то есть, видимо, его профессиональные качества удовлетворили и ту команду, которая решала этот вопрос. Очень сильное противодействие там сейчас происходит. Пытаются на меня там всячески воздействовать, чтобы отменить результаты. Ну, я тут буду непреклонен, потому что я верю в этого человека. Я понимаю, что это предприятие, даже учитывая то, в какое состояние оно сейчас пришло, его возможно как бы и анимировать, и какую-то часть рынка оно все равно займет. Но уж точно задачи, которые муниципалитет будет ставить, им под силом решать. Это и по уборке города, это и по вывозу ТКО и так далее. То есть, думаю, что у Саха перспективы есть.